Здравствуйте, дорогие друзья! Это очень короткое видео о первой поездке по болгарскому городку Царево в Бургасской области, где мы отдыхали летом этого года. Вот вы видите, мы выезжаем на набережную, появляется море, это мы едем по улице Нестинарка вдоль моря. Царево – это небольшой городок в Бургасской области. До 2007 года, если я не ошибаюсь, городок находился в закрытой пограничной зоне, поэтому он не такой освоенный, как остальные черноморские курорты Болгарии. А здесь мы уже едем по улице, так, с улицы Нестиналка мы поворачиваем на улицу Михаила Гержикова, и вот здесь вы видите уже, как мы едем по улице Крайморской вдоль парка, и море видно сквозь парк. Ну и в заключение видео вы увидите, в заключение ролика вы увидите вид на море и бухту Царева с улицы Христа Ботева. Вот справа вы видите, стоит автомобиль Нива. Вообще в Болгарии встречаются еще советские автомобили, как легковые, так и грузовые. Об этом вы тоже узнаете в будущих видео. Большое спасибо за внимание. До новых встреч!